Готовим диетическое овсяное печенье. Для этого нам понадобятся овсяные хлопья, кунжут, мед, фундук, грецкий орех и 3 яблочка. На мелкой терке натираем яблоки и отжимаем воду. С помощью молотка и пакета измельчаем орехи. А теперь соединяем все ингредиенты: натертые яблоки, молотые орехи, 1 чайная ложка кунжута и также добавляем 1 стакан овсяных хлопьев. Перемешиваем. Не забываем добавить немного меда. Здесь 2 столовых ложки, но смотрите по своему вкусу. Снова все хорошенечко перемешиваем. Текстура довольно плотная. Теперь выкладываем все на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправляем наше печенье на 25 минут на 180 градусов. Получается вот такая вкуснятина. Мягкая, вкусная и очень полезная.